Напоминаю, что у меня есть группа ВКонтакте. Здесь вы можете найти все последние новости о моем канале, также какие аудиозаписи я использую на заднем фоне. Можете написать, в какие игры мне поиграть и так далее. Ну что же, не забываем рассказывать друзьям о моей группе, чтобы помочь развитию моему каналу и группе. А ссылочка есть в описании и аннотации на экране. А мы продолжаем. Всем привет, дорогие друзья, с вами Стивен. И сегодня продолжение, так сказать, Skywars. Играем сегодня в Skywars на сервере Chrysalix. Это у нас 7-й соло. Да, не моя любимая карта, но все же. Я взял меч на откидывание, чтобы всех вот на-на-на-на-на. Да, на откидывание. Да. Так, и игра начинается через 10 секунд, и мы должны затащить с этим-то мечом за 50 монеток. Ё-моё. Это просто супер. Мы должны затащить. Так, быстренько-быстренько лутаемся. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Отлично. Оп-оп. Сейчас какой-нибудь олень уже будет строиться ко мне. 9-9. Вот так. Все. Быстренько еще залетаем. Оп. Отлично. Удочка. У нас появилась удочка. Мне не хватало всего лишь что. Ну все, лишнее мы просто так. Оп-оп-оп. Топорик я все-таки, наверное, возьму. Или это возьму? Я сказал, возьму. Сюда, сюда, сюда. Сюда, сюда, сюда. Так, пока что никого вроде нет. Никто не хочет на меня идти сегодня. Что за фигня? Почему ко мне никто не пошел? Да блин, FPS ты тупой, заколебал уже, а? Бесишь, вот че соло тебе говорю. Так, все. Все так мало дерева, всего лишь 4 штучки. Ну, здесь, в принципе, этого достаточно. Так. Мы должны сейчас быстренько оп-оп построиться к тому пацаненочку. Пацаненок. Сейчас я тебя попробую убить. Что тебе тут хорошего есть? Будем лутать, конечно, сундуки. Мало ли что-то он не взял, просто блоков тут мало, а рубить еще дерево, это вообще, вообще лень. И что-то мне не выбрал типа с... как он там? Который с блоками-то, ё-моё, я забыл, как он называется. Так, а это вот так. Удочка, кстати, нам тогда не нужна. Я забыл, как он называется. Отлично. Который с этим хуй. Блин, он заколебал меня откидывать удочкой. Оп-оп-оп, откидывание, давай. Молодец, вот это меч, вот это супер. Вот это вот просто супер. Так, нам нужно убрать блоки, чтобы скрафтить лук и стрелы. Так, отлично. Теперь быстренько сюда. Ой, блин, меня же еще тут надо убрать. Чтобы мало ли сейчас пойдут, блин, а мне этого не хочется, чтобы меня слили. Я уже какой раз на самом деле переснимаю, но все же. Так, быстренько все убираем, быстренько. Ну, давай. Отлично. Теперь надо покушать и уже крафтить. Так, идем сюда. Крафтим. Палочки. Палочки. Оп-оп-оп. Готово. Еще палочки. Сюда. 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 Это сюда, это сюда. Отлично. Сколько у нас осталось стрел? 24 штуки. Так, ну и к нам пока что еще никто не пришел. Выкинем вот этот плохой топорик. Так, и возьмем немножко еще вот этих оставшихся блоков. Так. Сколько человек, кстати, у нас осталось-то? Угу. 3 игрока против меня. Опа, здесь вообще не залутали. Отлично. У нас же есть хороший топорик, так что я могу же себе нормально такой... О, вообще не залутанный, отлично. Могу нормально блоков себе взять. Ага, он ко мне, пацан, идет. Ну, как ко мне вообще идет. Он полностью почти что в железе. Это девочка, по-моему. Это, по-моему, девочка у нас. Так, но блоки-то нам нужны. То я не хочу опять профейлиться, как мы тогда с вами играли. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот я и говорил. Телефон, ну пожалуйста, ты вообще не вовремя, не надо мне. Ой. Так, одного скинули. Это кого? Железника? Нет, железник вот сидит. Вали, давай, да. Сейчас попробуем перестреляться. Так, сколько у нас тут? Блин, стрел-то я выпустил. Ставь два игрока, так что это сейчас будет опасно.
С одной стороны, с другой могут подойти. Да блин. Отлично, попал. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, покушим. Где-то на этом засел. А, вот ты где. Ай-яй-яй-яй. Не надо, не надо, не убьешь. Отлично. Как я и говорил, не убьет. А вон пацан идет, пацан идет, пацан идет. Он думает, я его не вижу. Пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара. Господи, вот это да! Вот это мне сейчас это, блин, вот это да. Ой, нету, нету! ХП нету! ХП нету! Засел, а, молодец. Фух, фух. Я уж испугался, я уж испугался. Но стрелу надо натянуть, чтобы, если что, этого оленя убить. Нет, 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 не будешь стрелять. Я сказал, ты не будешь стрелять. Оп, отлично, он прокосил. Так, так, давай, 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 пацан. Мне тоже пора уже кушать. Инвентарь! Я его сбросил! Да, детка! Да-да-да-да-да-да-да! Дорогие друзья, вот так мы сегодня вот быстро-быстренько всех поскидывали. Это было очень круто на самом деле. Это было круто. Мне даже понравилась эта игра сегодняшняя. Так, ну что же, с вами был Стивен. Подписываемся на канал, ставим лайки. Обязательно поставьте лайк. Ну это просто шикарная серия, шикарная. Просто шик. И напишите комментарий, блин, я просто на самом деле вообще не знаю, что снимать, какие игрушки и так далее. Что-то сейчас есть несколько проблем там с, как она, Stand Up Deep, что ли, или как она там называется. Плюс я хотел новую сборочку с Redlegal Racing, но она что-то вылетает. Так что давайте, вступайте также в группу ВКонтакте, ссылочка есть в описании. Ну и обязательно заходите на Skywars, вместе будет веселее, хотя тут не так много людей, куда же еще веселее. Ну все же. Ну а всем удачи, всем пока.